Подобрать недорогой планшет не так-то просто. Вы либо покупаете старый Apple, либо новый Samsung и в любом случае переплачиваете за бренд. Сегодня мы подобрали для вас недорогой планшет с очень интересным сочетанием цены и качества. Объем аккумулятора 4800 мАч. Это гораздо больше среднего на рынке. Плюс энергоэффективный экран и оптимизированная система. Если здесь есть владельцы этого планшета, то обязательно оставьте отзыв о времени работы и вообще ощущениях от его использования. Выполнен гаджет в прочном металлическом корпусе, а значит устойчив к падениям и ударам. Дополнительный плюс – это внешний вид алюминия. Выглядит он гораздо дороже своих денег. Внешний интерфейс очень понятный. Можно даже управлять одной рукой. Под большой палец кнопка включения и качели громкости. Зарядка через microUSB. Есть выход под наушники мини-джек. И, кстати, поддержка сим-карты и отдельной microSD-флешки. Компактный размер 8 дюймов позволяет легко взять Т3 с собой в сумке или кармане пиджака. Дисплей сделан по IPS-технологии, то есть четкая картинка и на солнце, и при повороте. Разрешение HD. Это немного, но вполне хватает. Зато он не так садит батарею и не грузит процессор. К отзывчивости нареканий нет, это 10 пальцев. И, конечно, на таком дисплее удобно играть. Командует парадом процессор 425 Snapdragon. В подчинении у него графический ускоритель Adreno 308 и 2 ГБ оперативной памяти. Любая игра запускается без проблем, но, наверное, не на максимальных настройках. Синтетический тест показал хороший результат для этого железа. Для хранения игр, музыки и фото есть 16 гигабайт памяти. Если что, вставите флешку до 32 гигабайт. А сделайте самое фото, 5-мегапиксельная основная камера. Но согласитесь, на планшетах мы не часто фоткаем, так что для него этого вполне хватит. Фотки отличные для интернета и соцсетей, самое то. Есть возможность использовать планшет как навигатор через GPS или GLONASS. Bluetooth 4.0 для носимых устройств, Wi-Fi и 4G для интернет-бойцов. Работает планшет на 7-м Android. На нем даже не все флагманы выпустили. Все оптимизировано фирменной оболочкой от Huawei. Очень удобно. Можно работать одной рукой благодаря вот такой фирменной кнопке, которая, кстати, программируется. Внутри комплектующих не так уж много. Джентльменский набор, зарядка и документация. Зато это повод выбрать наушники и чехол по душе. Планшет получился без слабых мест. Дисплей, корпус, процессор, батарея. Пожалуй, это лучший вариант для тех, кто не хочет переплачивать. На нашем сайте вы сможете оформить бесплатную доставку до ближайшего к вам магазина ноу-хау, оформить онлайн-кредит, не выходя из дома. И не забывайте, обмен возврат 30 дней. Вы сможете вернуть гаджет, если он вам просто не понравился. Ознакомиться с нашими условиями покупки поможет кнопка прямо на видео. А у меня на этом все. Всем пока.